Ко дню физкультурника в Айхале открыли новую спортивную площадку. Она расположена в удобном для айхальцев месте. Жильцы ближайших домов облюбовали новый спортивный объект еще до открытия. Современные тренажеры одинаково заинтересовали и взрослых, и детей. Мягкое покрытие на площадке и удобные лавочки дополнили и украсили новый объект. Очень хорошо понравилось, все отлично. Я говорю, молодцы. Говорю, вот надо прям, говорю, охота каждый день приходить и здесь заниматься. Поблизости здесь живу и прихожу довольно часто с моими друзьями. Мне тут нравятся многие тренажеры, особенно тот, на котором надо бегать. Есть современные тренажеры, и я вижу, что тут много детей занимаются, потому что, ну, это так прекрасно. Стоимость проекта спортивной площадки с уличными тренажерами – 2 миллиона рублей. Инвестор – Республиканский фонд будущих поколений. Организация закупила и поставила оборудование в Айхал. В кратчайшие сроки местный подрядчик провел монтаж новой площадки. Все снаряды, они сертифицированы, современные, то есть мы согласовывали с ними, с фондом будущих поколений, то, что они будут закупать. Ну, я думаю, что они принесут как бы удовольствие всем тем жителям, кто ведет активный образ жизни, то есть занимается спортом и так далее. Открывали спортивную площадку в торжественной обстановке. Здесь же на импровизированной сцене айхальцев поздравили местные коллективы Дворца культуры. О том, что такой объект давно необходим жителям поселка, в этот день говорили многие. Вы видели, что дети отсюда у нас практически не выходят. Родители пока еще так стесняются сами заниматься, но призываю всех тоже так же заниматься наравне со всеми детьми. 20 тренажеров и другие элементы спортивной площадки изготовлены из современных материалов и отвечают всем требованиям ГОСТа. Социальная активность айхальских граждан, участие в разных общественных мероприятиях и конкурсах народных инициатив стали важными показателями для Республиканского фонда будущих поколений при отборе для инвестиций. Местная администрация призывает жителей поселка бережно относиться к новой спортивной площадке. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».